Травяная лавка «Иван-чай» у Николая Евгеньевича все есть. Все травы, все сборы, целые вот для переработки. В предыдущих роликах вы есть рассказ об каждом корне. И вот Николай Евгеньевич всех приглашает, профессиональный травник, один из лучших Херсонской области. Вы знаете, просто хочется, чтобы люди все это знали, да? Чтобы это люди принимали. И, например, в нашем клубе мы проводим семинары. Приходите на наши семинары, будете знать, как самим можно исцеляться. Нету времени, приобретете, возьмете, попробуйте. Потому что мы очень много делаем трав, например, мы это все измельчаем, значит, и делаем порошки, да, так называемые простые порошки, которые уже применяются очень давно и имеют, даже в Херсоне был фитоцентр, который мы это все делали. И люди, может быть, пожилые люди с возрастом, они знают, как работал фитоцентр, просто принимали люди порошочки, вот, и запивали это все водой, не надо ни варить, ни жарить, ни парить. Вот, и вы знаете, хорошие получаются эффекты. Практически природа решает все проблемы, которые могут возникать в человеке. В виде порошков, которые не подвергаются термической обработке.